Как с кувалдой ограбили магазин в Великобритании, какой рекордный джекпот сорвали в США и сколько на косметику тратит французский президент. Об этом не только в нашем обзоре. В Лондоне из ювелирного магазина украли украшения почти на 2,5 миллиона долларов. В грабеже участвовали 8 человек. Кувалдой проломили дыру в стене и пробрались внутрь. Грабители хозяйничали в магазине около 3 часов, потом спокойно покинули здание, также через дыру в стене. Среди похищенного золотые и бриллиантовые колье, браслеты, подвески и серьги. Арестовать преступников пока не удалось. Президент Франции Эммануэль Макрон за 3 месяца потратил на косметику 26 тысяч евро. Об этом сообщает французская газета «Le Point». В Елисейском дворце оправдывается, мол, им пришлось срочно искать визажиста. И обещают, в дальнейшем существенно сократят расходы на президентский грим. В то же время Макрон не единственный среди французских лидеров, кто много тратит на мейкап. Услуги визажиста для Николя Саркози обходились налогоплательщикам 8 тысяч евро в месяц. А Франсуа Олланд платил личному парикмахеру почти 100 тысяч евро в год. Великобритания начинает испытание беспилотных грузовиков. Двигаться они будут колонной. Только в первом автомобиле водитель. Остальные машины с помощью радаров, GPS и беспроводного интернета станут держать связь с основным грузовиком. На проект планируют потратить 8 миллионов фунтов стерлингов. Новые грузовики-беспилотники на дорогах Великобритании, как ожидается, появятся в течение 3 лет. Курьезный случай в прямом эфире. В Великобритании маленькая девочка залезла на стол ведущего и чуть не сорвала шоу. Детей в студию привела гостья телепроекта. Ведущий воспринял выходку ребенка с юмором. Улыбался, шутил и довел эфир до конца. Зрителям экспромт понравился. На сайте канала пользователи оставляли только позитивные отзывы. В США сорвали рекордный джекпот – 758 миллионов долларов. Счастливицей стала 53-летняя медсестра Мэвис Бонзик из штата Массачусетс. Всего в розыгрыше популярной лотереи Powerball участвовали около 9 миллионов американцев. Это уже второй рекордный джекпот за последние 1,5 года. В январе 2016-го выигрыш превысил 1,5 миллиарда долларов. Живая кукла на улицах Токио. 23-летняя модель решила сменить образ. Отныне она гуляет, ходит на работу и даже отдыхает дома, как популярная японская кукла Лулу. В гриме девушка едва похожа на живого человека. И внимание окружающих вдохновляет ее на новые штрихи к имиджу. Хитоми Камаки даже придумала, как раскрашивать суставы, чтобы еще больше походить на куклу.